Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй. Мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, Лига Сигунов, 3 звезды у нас взята. Так, зайду быстренько в магазин, заберу, естественно, наш пак. Так, Джастин, выпал нам Джастин. Так, ну и здесь выберем с тобой 2 задания. Пройдите серию испытаний. Так, у нас проходящий, ребята, режимчик. Так, подожди секунду. Давай возьмем, наверное, так. Так, сделаем. Блин, я рискую, конечно, взяв маузеров. Ладно, я пока перебьюсь. Сделаем вот так вот. И на всякий случай возьму майки. Зачем я это, ребята, делаю? Чтобы в следующей серии мы с тобой могли 100% хильнуть нам наших маузеров. Это просто необходимо. Блин, видишь, есть хил. Я его тратить здесь не буду. В общем, у Микеланджело есть хил, и это уже хорошо. Так, давай, наверное, мы сделаем вот так вот. О, лишили его способности. Да ладно, и у Леонардо есть лечка. Так, значит, что я делаю, ребят? Я... Так, какого фига он его захилял? Вот это вот мне непонятно. Так, ну-ка, пробивным. Переходим с тобой на вторую волну, где нас поджидает кто? Конечно же, Шреддер, друзья мои. Шреддер, классика, выполз, выползает. Ну, давай начнем так. Слабо как-то. Блин, до провокации 3 хода. Ух. Так, вот это вот совсем мне не нравится, ребят, что он тут сделал. Постепенно урон повесил. Но мы его добьем в любом случае. Тут уж к бабке не ходи, как говорится, получил он по полной программе. Так, ну что же, серию испытаний сделали. Я, наверное, ребят, не знаю, хотелось бы мне еще одну пройти серию испытаний. Давай, наверное, вот сюда забежим с тобой. Нет, Хан, нет, вот сюда тогда. Да. Берем, значит, Рафаэля. Берем Маузера. У кого у нас там мало хп, тех и берем. Так, сюда. Да подожди, ты лезешь тоже мне вперед, батьки, как сказать, в пекло. Давай возьму Кожеголового и Микеланджело. Все, ребят, я надеюсь, мы сейчас с тобой не звездюлимся. У маузеров, ребята, очень мало хп. Нет, мы успеваем с тобой залечить наши раны. Видишь, что делает? Видишь, что делает, а? Паршивец-таки. Он за это и поплатился. Так, на-ка, по шее получи. Мы еще, ребят, хиляемся с вами, как говорится, по фулке теперь полностью. И делаем кувырочек. Ага. Да ладно. Ну, Хламоныч, ну успокойся. Ты посмотри, какой жульен. Все, Майки красавчик. Со второй, как говорится, каточки его расписал. Значит так, муха. Ну, тут, в принципе, ребят, все довольно ясно, что мы будем делать. Бомбим. Дальше делаем вертушку. Ага. Ну, давай, наверное, вот этого ханорика вольнем. И добиваем с тобой этого. Все, друзья мои, идеально. Мы здесь и подлечились, как говорится. Правда, у нас хилов... Ну как, у хилов будет очень долгий откат. Но нам это уже не важно. Мы с тобой, главное, здесь все сделали. Так, ну что, погнали, друзья мои, в поединок. Так, сегодня у нас... Кстати, советую проходить вам борцы с преступностью, чтобы получить вот этих, ребят, 4 персонажей. Это Роквелл, Слэш, Кожеголовый и, конечно же, Голубь Пит. И Черепашья Буря наступит только через 2 денечка, друзья мои. А я на ринг, потому что эта неделя у меня закончилась очень плохо. Я дошел до Лиги Мастеров 1 звезда, ребята, к сожалению. Я даже не стал видос снимать, ну, потому что я очень был сильно расстроен и... Честно говоря, не было даже времени. Ну, вот, если честно, ребята, не было абсолютно времени. Вот сейчас скажи, вот я тупой или что? Или я прикидываюсь? Нафига я взял всего лишь одного донаты? Я не подумавший, ребята, так поступил. Блин. Сейчас нас распишут, скорее всего. Ладно. Так, смотрим, ребят, по инициативе. Кто здесь? Блин, вот этот пойдет первым. Надо его гасить. Загасил, называется. Он сейчас все снимет с себя. Ядрен матрен. Давай хоть кого-нибудь-то уложим сегодня, баньки-то. Так, раз, два, три. Трех положили. Блин, вот это не очень здоровски.
Точнее, двух мы положили. Почему я взял, что мы трех бомбанули? Что-то я вообще уже считать разучился на старость лет. Да, ребят, давненько не снимали мы с вами видосиков по черепашкам, также по всадникам Олуха. Я все грожусь, грожусь, как говорится, вернуться. Но что-то все, то тренировки, то еще что-нибудь, то какие-нибудь гулянки. Ну, на самом деле, если честно, ребят, отдых тоже не помешает. Мне он не помешает. Потому что, ну, одно дело снимать, другое дело отдыхать. Причем работа сейчас еще такая, знаешь, погода осенняя, скучная. Зимой самое то, когда нечего делать. Сидишь в морозец, записываешь видосик. Обещал, ребят, на стримы перейти. Ну, что-то все как-то, блин, понимаешь? Чтобы на стрим идти, нам нужно, ну, как бы сказать, как-то подготовиться к этому, как-то собраться всем, да? Где я должен эту информацию кинуть? Черт его знает. Как вам подать о том, что он будет? А если я подам, а он сорвется у меня? И тоже я об этом сильно переживаю, ребят. Как бы обнадеживать вас тоже, как бы, поэтому неохота. Спонтанно тоже не хотелось бы, потому что, ну, многие потом говорят: «Рэй, ну что ты так делаешь, типа, не предупредил нас заранее, мы бы пришли бы». Как все это сделать? И нужно время, ребята. Обычно после, ну вот, на выходном, короче, у меня сегодня короткий выходной был, да? Ну что, я проснулся в 10, поел там тыры-пыры, в 12 пошел на тренировку, занимался. До 3 пришел, поделал дела, приготовил поесть. 5 часов. Полежал немножко, уже смотришь, 8 часов. Ё-моё, думаешь, блин, надо сесть. Только приготовился начинать, ну, думаю, сейчас все, сейчас что-нибудь постримим. Сел. Начинается звонки, кому-то что-то обязательно надо, приди, принеси, можно зайти и тому подобное. И тьфу, ты думаешь, ё-моё, почему же раньше такого не было, ребят? Еще буквально, ну сколько, ну сколько у нас там еще, полгода назад у нас все было ровненько и замечательно все шло. Сейчас все как-то через одно место, все наперекосяк. Так, ну что же, ладно, друзья мои, поплакались, как говорится, в жилетку и... Дальше продолжаем бомбить. Ну, зато я в Бравл Старс стал заходить, наверное, чаще, чем в какую-либо игру. В последнее время там, ну, не то что зависаю, но нормально так поигрываю. Кстати, получил буквально сегодня, ребят, когда открывали мы... Точнее, я... Подожди, я записывал это? Нет, я не записывал, по-моему. Нет, записывал, все на видосе есть. Я открывал ящики, мега-ящики. И оттуда мне досталось 3 новых персонажа, которых у меня не было, естественно. Поэтому, ребятушки, заходите, смотрите. Естественно, вы знаете, где в первую очередь появляются ролики. Яндекс.Дзен. Потом уже спустя сколько-то дней, когда у меня будет время и желание, я переношу их сюда на YouTube. Так что, если есть желание, заходи. Ссылочка, как ты знаешь, там в описании, ребята, она присутствует. Так что не потеряешься. Так, ну что, давай закинем пару костяшек и добьем. Я думаю, двоих-то что там. Шурк-шурк и гудбай. Все, ребятушки, прекрасно. Ну что, двигаемся тогда дальше с вами. Так, с 93-й мы перемещаемся на 77-ю. Интересно, я сегодня до Лиги Мастеров дойду? Нет, дойти-то дойду. Вот только до какой звезды? До первой звезды нельзя. Помнишь рекламу такую? Не, наверное, не помнит никто из вас. Когда что-то там, не помню, там Наполеон, Суворов, что-то там, его награждает, он говорит: нет, до первой звезды нельзя. А что до первой звезды нельзя, я уже не помню. Но чего-то нельзя. Давай возьмем, наверное, крысиного короля. Возьмем крысиного короля, он, в принципе, наверное, будет первым у нас ходить, потому что у него инициатива офигенная, и уровень, в принципе, неплохой. Отлично, шикарненько. Так, ребята, мы часа без 15:12 ночи, естественно. Вот, я не знаю, успею ли я сегодня зайти в Дракону Садников. Вот там я, ребята, действительно давно не был. Наверное, недели две туда я не заходил, я даже не знаю, что там сейчас происходит. Поэтому как-то надо заглянуть туда в ближайшие дни. Длинный выходной, ребята. Опять какие-то у нас на длинный выходной день города. Сам понимаешь, праздник.
городского масштаба, гулянки и тому подобное. Ну, я имею в виду гулянки в плане веселухи. Ну, день города, ребят. Вот, приезжают там всякие... Кто там приезжает? Я уже, честно говоря, не помню, кто приезжает. Авария, по-моему, приезжает. Там кто у нас еще? Крамберис или как там ее звать? И Хабиб со своими ягодки-малинки, блин. По-моему, такие вот ребята. На больше наши... Хотел сказать государство. На больше наша администрация не способна, блин. Ладно, фиг с ним. Главное, чтобы погода, ребят, была хорошая. Так. Давай, наверное, я чпокну Лео, потому что, ребят, он может хильнуть. Также вот этого уберем, красавчика, и побреем с тобой кабана. Блин, да какой у тебя это удар-то слабый, я не понимаю. Майки, ну, я понимаю, что 57 уровень, ну, так дрестуна пускать, я не знаю. Ладушки, мы с тобой двигаемся дальше, и у нас 48-я позиция. Да-да, ребятушки, 48-я. Так, ну что, берем с тобой этот. Знаешь, что мне в последнее время хочется поиграть? Какой жанр игр, друзья мои? Какой-то замечательный, офигенный хоррор. Ну, действительно, хоррор, а не какой-то вот инди-билиберду, которую, знаешь, играет. Как бы там, ну, инди-проекты с дерьмовой графикой, с дерьмовым смыслом. Что-то хочется такое, чтобы аж, знаешь, конечно, кровь. Не скрим, не скримоту, а именно вот реальный хоррор. Но таких игр, что-то, ребят, я и не видывал, и не нюхивал, не знаю. Не попадались мне. Или я просто такой знаток по этим играм, что, как говорится, вытирайте об меня руки. Что сказал, сам не понял, но зато про войну. Это из той же оперы, да? Плыл по озеру кирпич, деревянный как стекло. Ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт. Так, ладно. Что-то разговорился ты слишком много. Давай лупи всех тут. Давай возьмем так. И... Ну я думаю, слышек-то, наверное, тут хоть как кого-нибудь. Он всех не завалит, это понятное дело, потому что у него кишка тонкая, хотя он сам бронебойный. Ну тупой, как сибирский вальник. Недалеко от Джастина ушел, кстати. На ядрен матрен. Нам вот этого бы надо бы, конечно, бы чпокнуть. Но кабану это не под силу будет. А ну-ка, ультракрик. Ты... Ой, сейчас, по-моему, ребят, нам прилетит. Сейчас нам прилетит. Ну-ка. Да, чудом, чудом повезло этому Кирби. А могли бы запинать, друзья мои. Могли бы его просто запинать, запиношить. Не знаю, как сосунка. Так, почему 16-21? Я требую 16-22. И при этом, да, при этом это было уже. И было это 2 или 3 поединка назад. Так, ну здесь, наверное, возьмем просто максималку. Это будет у нас, допустим, ну, Крэнк. Крэнк вполне, ребят, справится со своей поставленной задачей разнести вот этих вот мелюзговых просто в хлам. Причем не ракетами, а именно лучом. Может запустить сейчас стрим, а, ребят? Да, блин, кто будет в это время сидеть на стриме в 12 часов ночи? Я бы, знаешь, что у вас, чтобы сейчас поиграл? Просто на изи поиграл бы... Даже не знаю, во что поиграл бы. В Арсении против зомби-героя. Я бы на самом деле хотел бы сейчас бы в снэп поиграть. Но я, ребята, объяснил вам, что в снэпе у меня получился какой-то казус. У меня грузится аккаунт самый первый, который был создан. То есть на нем ничего нету. А перехожу на тот, он пишет мне неправильный этот. И восстановить почему-то я не могу. Неправильный пароль или что-то там такое. Фигонько. В снэпе там столько обновлений. Кстати, у нас большое, ребята, обновление скоро будет в этом. В Marvel Snap. Ой, в Marvel Snap. Strike Force от Marvel. Вот. Там уже, в принципе,
новые бойцы. Ну, вы видели, да? Там Гладиатор у нас, потом... как его звать-то? Гор и... Блин, еще кто-то. А там сейчас я смотрю, Один появляется, и Мимир скоро появится, и какие-то новые персонажи. Я даже, ребят, честно говоря, и не видел их. Там баба-киборг, ну, девчонка-киборг, что ли, с какой-то охрененной пушкой такой. Наверное, опять что-нибудь свое тут придумали. Ну, в общем, надо будет смотреть. Пока никакого, ребята, нового персонажа я не получил, поэтому видосиков нету, но играть я играю за кадром в основном. Так что прогресс у меня там идет. Все, как говорится, чики-бомбони. Так, ну куда ты прешь? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Давай вот так вот зарядим. Вот тоже, да, ребята, я уже говорил об этом ударе, суперударе, что он вообще никого не наказал, да? Так, ну... Ну, мотогеноид, хоть он немножко у нас, ребят, прокачан. Все делает как надо. Так, ну, мы с тобой дальше двигаемся. И... Слушай, две звезды, скорее всего, сегодня будет, ребята, на Лиге Мастеров. А это говорит о чем? Правильно, что мы с тобой можем заработать на этой неделе Лигу Мастеров 3 звезды. Потому что в последнее время я только и делаю, что... Динамлю это дело, ребят, динамлю. На той неделе в Лиге Мастеров 3 звезды был. На 2 дня работу сходил. Сижу еще, главное, такой, блин, надо, говорю, ну, сам собой такой, блин, надо бы получить 3 звезды в Лиге Мастеров. Захожу, у меня событие завершено, вы в Лиге Мастеров 1 звезда. Прикинь, я даже и запамятовал, что должен быть, ну, сегодня уже понедельник. Офигеть, ребят, заработался, называется. Вот такие вот пирожки. Ну что, давай с тобой найдем 17-23. Ну, попытаемся, по крайней мере. Вот, есть такое дело. Вот, ребята, а если кто не в курсе, ну, вот, кто смотрит видосики, что в первую очередь они появляются на Дзене. На Яндекс.Дзене, и там, ребят, ссылка в описании. Потому что на YouTube, во-первых, ролики загружаются неимоверно долго. Я уже объяснял вам, там не то, что по несколько часов, даже бывает и сутки. Все зависит, конечно же, от размера видосиков. Но очень долго. Поэтому, в первую очередь, они появляются на Дзене, потому что там на Дзене нет с этим проблем. Загружаются они быстро. Также, блин, по 20-15, максимум, я сколько, 40 минут. Ну, там, извини меня, ролик 1,5-2 часа. Вот. А сюда заливать, ну, это просто какое-то наказание. Не знаю, как это все исправить, как это все сделать, чтобы все загружалось, ну, по-толковому. Вот. Так что заходите туда, или же наберитесь терпения и ждите, ребят, когда здесь будут входить. Ну, здесь будет с большим запозданием, на самом деле. Да ядрен матрен, ну куда ты... Хильнул. Давай волну попробуем. Так, накажем? Накажем. А этот? Этого тоже накажем. Я думал, он нет, все-таки от постепенного урона, друзья мои, отдуплился он. Все-таки от постепенного. Так, ну что? А, 31-я позиция. Слушай, а у нас бойцов-то, по-моему, все меньше, меньше и меньше становится. Так, ай, 17-23, ну было же. Ну давай, 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 не надо мне 16-22, 17. Вот, 17-23. Значит так, что у нас тут? Раз, два, а это последние? Блин, фигово, друзья мои. Фигово, я думал, что еще на поединка 3, а тут ничего подобного. Щик. Так, прекрасно. Хлобысь, нормально. Все, ребят, наказали, прописали. Чего и требовалось доказать. Угу. Ну, давай сделаем так, наверное. И я уж, ребят, так и быть, сделаю еще катку одну. Придется через откаты, конечно, это все прокручивать. Но, тем не менее, сделаем ее.
Давай усаги бомби. Да тут, наверное, одного усаги хватит и... Так, а у меня чай, ребят, заварился или нет, как думаешь? Должен завариться. Сейчас я стаканчик налью себе по-бренькому. Горячий чай на сон грядущий, как говорится, это самое то, друзья мои. Вот настоялся ли он, это другой вопрос. Но цвет вроде бы неплохой. Сегодня у нас Иван-чай с черникой или с чем-то, я уже не помню. Ну-ка, на вкус. О, кисленький, хорошенький, как будто с шиповником, друзья мои. Нет, к сожалению, мы не успели. Ну, чуть-чуть там не хватило, ребят. Чуточку, ну ничего страшного. Так, ну что, друзья мои, пойдемте, сложные там легкие всякие поединки. У нас на прокачку сколько? 51 тысяча мутагенка. И значит у нас Леонардо. Леонардо, давай, родной. Раз. Ага, не хватает немножечко, да? Хорошо. А мутагеноид у нас, ребятушки, по-моему, мы ему дальше... А, подожди. Или можем? Нет, не можем, 70 уровень требуется. Значит, на кого переходим тогда? Если мутагеноиды мы с тобой не можем, значит, мы с тобой будем делать, знаешь что? Я ума не приложу, что мы с тобой будем делать. Может, Крипковского? Блин, у кого тут массовая атака? А, Роквелла, точно, друзья мои. Роквелла. Так, 7 ящиков с инструментами. Давай попробуем набить. Так, 1, 2. А, 3. Тихо. 3. Так, 4. Ну, 4. 4, так, 5. Еще 2 нужно. 6 и последний. 7. 7 ящиков с инструментами, друзья мои. Ну что, прокачиваем ему до второй ступени. Естественно, это массовая атака. Так. И 12 номеров автомобильных. Так, один есть. Ага, второй нашли. Второй нашли, так, третий. Что там у нас по пицце? Четвертый. А пицца уже все, ребят. 5 номеров нашли, и это уже хорошо. И забираем с тобой здесь все награды. Все, друзья мои. На сегодня у нас, получается, серия завершается, ребята. Так, дай-ка я разберу вот это тут лишнее. Вот, как всегда, ребятушки, встречаемся с вами в ближайшее время в черепашках и продвигаемся дальше. Так что на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.